моментально отследили подобную неправдивую информацию. Информация не соответствовала действительности. Во-первых, было заменено непригодное к использованию асфальтобетонное мощение, которое, по нашим данным, было уложено еще в 2006 году, то есть никакой исторической культурной ценности не представляло. В последующем тот, кто разместил объявление, принес музею-заповеднику письменные извинения и попросил прощения. Объяснений, конечно, не последовало. Предполагаем, что просто попытка продать свой материал под эгидой Херсонеса, ну, возможно, пытались изыскать какую-то дополнительную прибыль с этого, возможно, набить цену. Стоимостью 3000 квадрат он поставил за 15, говорит, всегда найдется ценитель. Ну, короче, к сожалению, у человека понимание и реальность очень расходится со здравым смыслом. Вот человек решил маржинальность увеличить за счет вот такого своего креатива, и все. Вот он результат. И одного идиота тут меня уже... Я много с кем беседовал, всем пытаюсь объяснить, что как бы это просто глупость одного человека, которая тряханула меня, к сожалению, тоже. Таких историй мы не встречали, ну, вот так вот получилось. Не совсем нам это понравилось, но на первый период времени, конечно, извинения мы приняли. И надеемся, что впредь таких ситуаций не будет происходить в дальнейшем.